Привет, друзья, с вами Сергей Куваев. Сейчас я нахожусь в префектуре Ибараги. У меня, в общем, есть 2 часа погулять. Я решил пройтись до станции, до центральной. Место называется Савара. Вау, смотрите, какая лодочка. Лодка затоплена. Как заботливо сделаны катафоты на столбиках, чтобы водитель в ночи знал, куда ему ехать, чтобы не врезался. Умеют японцы обустроить свои исторические места так, чтобы дух передавался еще старины. Здание, видимо, периода Эда. Чем-то они мне напоминают здание в Кавагое. Когда давно я жил рядом с Кавагое, там тоже подобные здания были. Видите, даже сохранили какой-то древний почтовый ящик еще. Какого-то он такого непонятного типа, на фонарь похож. Слушай, здесь клево, очень колоритно, мне прям очень нравится. Еще такая погода хорошая. Солнышко. Ой, какие рельсы узкие. О, самопальные какие-то вентиляторы из пластиковых бутылок. Креатив прям сплошной этот. Фанта. Уголок истории прям самый настоящий, из разных эпох. Опа, Кока-Кола, отлично. Какой-то любитель здесь американского образа жизни. Смотрите-ка, это у нас оказывается отель 1901 года. Был основан Рёкан. Написано кино сюда Рёкан. Рёкан, если кто не знает, это традиционная японская гостиница. Вот они, ученики средней японской школы. Японское будущее, так сказать. Стиль, но стиль. Так что, это не музей. Набрел, значит, здесь в музей. Оказывается, посмотрите,
Раньше эти места были намного более оживленные. Прям пробка настоящая из лодок. Вот эти лесенки, мостик, по которому мы так что гуляли. Вот у нас карта этого города. Как он выглядел 100 лет назад примерно. Можете видеть, вот дома, где название есть, это все как представитель малого бизнеса. Можно посмотреть масштабы, да? Какая здесь была торговля бурная, велась. Собственно, почему здесь образовался такой город на таком довольно-таки серьезном отдалении от Токио? Потому что здесь река. Здесь как бы порт. И весь вот этот рис, который выращивался на этих полях, его отправляли в Токио. Ну или в другие какие-то более еще крупные города. То есть каждый практически здесь малый бизнес, это либо продажа риса, либо каких-то изделий, продуктов из риса в основном. Какой-то одежды там тоже, может, из риса. Да, сейчас, конечно, здесь никого нет. То есть с тех пор, как здесь сделали железную дорогу, все люди разъехались. Тут дедушка мне сказал, что каждый год на 500 человек уменьшается население здесь, даже сейчас. То есть все уезжают. А когда-то был такой очень шумный город торговцев. Японцы ловят рыбу. Так они, видимо, сушили рис раньше. Да, в этом городе, кстати, это не префектура Ибараки, это префектура Чибараки, то есть находится прямо на границе префектуры Чиба и Ибараки. Поэтому называют Чибараки его, эту местность. На этом мы закончим нашу небольшую экскурсию по японским историческим местам. Это была префектура Ибараки. С вами был Сергей Куваев. Если вам понравилось видео, ставьте обязательно палец вверх, подписывайтесь на канал, если вы не подписались. И мы увидимся в следующих видео. До скорых встреч!